Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Вьетнам ФФА на восьмерых на карте 7 морей. Напоминаю, не забывайте делать клипы. Потом я соберу из ваших клипов мини-видео этой партии, и мне кажется, это будет интересно. Но если вы наткнулись на это видео случайно, то лучше перейти к первой серии, ссылка на нее есть в описании к этому ролику. Всегда лучше начинать смотреть с самого начала. А спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Спасибо им большое за поддержку. И вам всем приятного продолжения просмотра. Но зато этих всех уничтожаем. Этим бы вернуться третьего лучника сделать. Византия, предложение. Окленд. Кстати, ну, мне он нормально, не так, как вот на морских картах, да? В принципе, тоже неплохо было бы его союзить. Нет, я не буду давать право прохода. Блин, у американцев те же ресы, что у меня. Подожди, я, наверное, сейчас могу обработать. Нет, не сейчас. Ну, короче, можно будет с эфиопом хотя бы поторговать. Ладно, возвращаюсь апгрейдить в лучника. Так, Гурдвару я куплю. И что мы тут построим? Центр коммерции. Кампус. Давайте вообще подумаем. Мне кажется, имеет смысл будет вот здесь... кстати, где у нас... Ярмарки, непонятно еще, да? А, вот, понятно. Может мне их так открывать и сажать лес? Смотрите, мне кажется, вот тут можно сделать... вот сюда ставить правительственную площадь, а вот тут ромашку делать. Кстати, а давайте реально правительственную площадь. Пойдем в средневековые ярмарки без четырех торговых путей. Привет. Я думаю, что надо Лян в Куиньон определять. Франция, здравствуй. Так, тут тоже гурдвару. А, 190 стоит. Тогда... Нету нормальных камп. Ну, это, значит, будет... Это... В ромашке кампус, наверное, сюда ставить. Ой, открыл я для водяной мельницы. Так, древние стены нужны. Давайте, кстати, древние стены здесь сделаю. Нету денег. Короче, галера. Ну, как всегда, короче, не успеваю я. Не дали опять карточку поставить. Тут не выбрано производство.
О, блин, у меня еще и ю... Ну, а... здорово. Короче, здорово. Надо галеры ставить. Блин, ну... Три хода ярмарки. И ничего быстрее невозможно сделать. Пять ходов теперь галеры строятся. Ну, мне надо тут галеру поставить. До священного места, очевидно. Ну, видите, как... Не успел одну карточку поставить, сразу 2-3 хода потеряно. О, так у нас американец тут рядом. Слушайте, а послов у нас где-нибудь нету поблизости? Нет. Мне бы валету засоюзить, чтобы не строить эти... Ну, вообще, с другой стороны, у меня есть куда еще тратить веру. Еще и Харер в мою религию обратился. Да, я бы, наверное, сейчас еще накопил еще на одного апостола и стал укреплять 200. Или копить на следующую. Я просто не вижу, куда мне города ампер ставить, чтобы за веру покупать. Навигация по звездам просто так открыта. Да, ну, с культурой у меня прям... Ну, это благодаря белым скалам Дувра во многом. Плюс, значит, на болоте это я производство имею, на тропических лесах дополнительную культуру, да? Культура же у меня тут идет. Она как-то по-странному показывается, кстати. Так, открыли... Инженерное дело, да? Кого встретили? Шотландию. Ну, у Шотландии там все очень неплохо, я смотрю. Так. Машиностроение ускорили. По идее... А, у нас только вообще два района. Значит, математика не ускоряет. Надо бы следующим ходом отменить. Вот в ученичество давайте пойдем. И, в общем-то, рабочих строим. Потому что я сейчас смогу... Леса. Ставить. Ух ты, а тут у нас Египет прям рядышком. Или мне лучше... Блин, во-первых, почему я торговца тут поставил, а не строителя? Во-вторых, после строителя надо зал для приемов. В-третьих, соответственно... А может, мокшу надо было? Рейну в Хуалы давайте. И снова не успел. Ну, я бы тут, наверное, торговца или строителя тоже, чтобы быстрее... Лиса стать. Кого еще встретил? Фес. Ну, Фес, кстати, Эфиоп, похоже, союзит. Чтобы обращать... Да. Получать науку за обращение городов. Я Шенгети первым встретил. А, это он... Ну, кстати, почему нет? Шенгети, по-моему, очень такой
интересный город. Международные и внутренние торговые пути получают веру за каждого последователя основы вами доминирующей религии в этом городе. По-моему, круто. Шенгети мне точно надо союзить. Так, тут следующим ходом начнем вот здесь лес строить. Тут давайте все-таки сначала строителя, потом торговца. Англия, предложение. Ну, кстати, вообще неплохо, что он в Шенгете превратился. Мне нравится Шенгете. А какое-нибудь задание у него есть? Похоже, есть. Всадников. Вполне выполнимое задание, да? Два хода, всадники. Блин, тут уже по два хода галеры. Я думаю, можно карточку на галеры не ставить. Видите, один ход, чем я сейчас буду ставить карточку на галеры. Создание строителей. Давайте, наверное, Мокшу назначу вот в сторону Эфиопа, в Сайгон. Вообще я бы железо обработал сначала. Так, ставим лес. Тут у нас будет, по идее, кампус. И вот тут кампус для этого города. Армонги. Кто? Византия? Византия? Сус. Сус. Вообще не удивлен. Как так можно вообще? Сидели нормально, обмазывались. Еще у меня только два священных места. Дед, госслужба скоро? Я не знаю, где она. Она за оборонительной тактикой. А сверху или снизу? Ну, после оборонительной. Какая разница, ты увидишь? Тут прикол в том, что на самом деле она у разных людей может по-разному показывать. Какой-то вот такой странный глюк. Так, судостроение ускорили. Поехали разбираться. Не знаю, что он тут стоит с моим рабочим. А, вот мне что португалец предлагал, открытые границы, типа, что мой скаут там зажат. Так, ну вот тут, конечно, вопрос. Ну, мне кажется, вольнодумство вообще у меня не будет работать. Исход евангелистов нафиг надо, так что монументальность все-таки. Вопрос в том, что... Ну, у меня нету соседства ни для коммерческого района, ни для... Я бы вот здесь, кстати, коммерческий район ставил, а тут... Или, слушайте, или здесь вообще производственный.
Так. Священное место, создание строителей. Наверное, я бы убрал уже создание строителей. Другое дело, а что мне тут еще ставить? Плюс 2 к влиянию. Так, давайте мы, наверное... В античную республику уже выйдем. Два влияния. Так, плюс 100%. Стоимость покупки клетки, поселенцев, кампус, чудеса. Давайте просто производство поставим. Видимо, пока так. Блин, минус один пошел. Так, надо гавань строить. И коммерческий район. У меня минус один по деньгам идет. Нифига себе. Это я убрал содержание юнитов, с одной стороны. Ну чё, ученых не начисляем? Давайте не начислять ученых. Давайте, да. Ученых. Предлагаю сделать минус 5 ближнему бою. А кто атакует? Франция. Я предлагаю сделать минус 5. У него 9 городов, если он меня еще захватит. Но он же усилится. Минус 5, потому что тяжелая кавалерия. Причем здесь тяжелая кавалерия, ближний бой. Ну ты сейчас построишь свои тагмы и пойдешь. Так ты знаешь, где они находятся, мужик? Разведчики, разведчики. Я против тяжелой кавалерии. Я говорю, француз меня снесет, потом пойдет на соседа снесет. А с француз с шапками атакует или чем? Нет, сейчас мне никого сносить не надо. Я хочу, чтобы меня не убили, и все. Вот так вот, значит? Блин, я даже не знаю. Ладно, я за дальнобойность. Я просто не знаю, мне кажется... Что я тебе сделал? То есть напал француз, да? Давай, построй что-то. Француз напал. Француз напал, чтобы его не снесли, да? Типа да. Византиец, сосед с крестовым походом. Смотри, у Шотландии тут зашибись все. Тебя обращает до этого Шотландии. Лучшая оборона, как бы. Так, лесопилочку поставим, эти минанки. Ой, свалился, а только я начал его атаковать. О, слава богу, забираем рабочего, это здорово. Так, тут торговец. Может сразу уже в Эфиопию отправлять? Хотя тут, конечно, 3-2. А, давайте пока проложим. Ой, я бы уже кампус строил на самом деле, но... Так, 2. А акведук тут строится. Ха. Ха. Давайте, наверное, промышленную зону, а потом акведук здесь. Так, я за веру могу покупать рабочих. Давайте вот здесь купим строителя. Эфиоп, гляни телку, пожалуйста. Слушайте, а где у нас чеченица? И есть ли она вообще? Ну, в смысле, видна ли вообще? Я не вижу, честно говоря. И я не помню... Ну, она в Средневековье. Не помню, в какой
в каком социальной политике она находится. Египет, ты скоро встанешь? Там, давайте судостроение откроем. Там, там этот Египет с Америкой вообще так плотненько. Блин, вообще не успеваю походить. Все, все так кругом, много всего. Так, просто зал для приемов мне очень хорошо улучшит сейчас настроение. Плюс мне сейчас надо поменяться интарем, скорее всего, с эфиопом. Блин, он уже соль куда-то дел. А блин, с шотландцем не хочу. Вот это янтарь и так дофига. О. Португалец предложение. Не хочу вниз идти, там будут меня это обстреливать. Квадрирема. Сейчас посмотрим, этот остров, может, здесь имеет смысл город поставить. Стоит ли Лиану уже повышать на... Мне кажется, рановато еще. Слишком мало клеток, я их тут покупать не планирую. Лучше продолжать рассаживать губернаторов. Я бы, наверное, Виктора сейчас в Дананг посадил. Есть зал для приемов. Центр коммерции сначала строю. Вот здесь. Тут у нас будет кампус. На рост. Так. Монумент. Блин. Так, тут есть где-нибудь священное место? Да, плюс 4. Вау. Прямо на бананах. А вот тут будет на 1, 2, 3, 4, на плюс 5. Потому что мне надо строителя, видимо... Давайте, наверное, куплю строителя тут. А вот что я тут строить буду? Кампус плюс 2. Может, Тань уже построить, кстати, против... против... А, ну надо клетку покупать, блин. Центр коммерции тоже нужен. Ладно, давайте пока амбар построю. Валетту не буду сюзеренить, потому что есть куда веру пока девать. А вот Шингетти буду. Так, мне надо открыть что-нибудь на послов. Что янтарь делает? 25% веры. Ну, кстати... Кстати... Это можно и в Хаяне сделать. Тут у нас 18, тут 23. Не, значит, не буду пока тут на веру. Давайте высадимся сюда. Вообще ни хрена не успеваю, просто. Что тут слоны делают? Дальнобойный. Это вместо арбалетов.
Может перемещаться после атаки и имеет дополнительные очки перемещения. Ну, то есть это мне апаются лучники, я так понимаю. Опаньки. Гопники подошли из-за угла. Так, в Данхое. Священное место. Есть, есть даже плюс 4, денег нет, поэтому гавань. Ой, не японец, египтянин. Колосс. Мокша в Сайгоне. Этот сюда идет обрабатывать. А тут я, наверное, либо здесь лес сделаю. Наверное, давайте здесь. Для коммерческого района. Не, подожди, тут, кстати, для промышленной скорее, значит, сюда. Пропускаем ход пока. Амбар есть. Вот тут надо строителя купить. Это прям точно. Что со священным местом? Только плюс один маловато, поэтому гавань. Да, тут, кстати, будет кампус. Ну, он пишет, что нельзя пока, но это я лес там сделаю. Монумент. Ну, кстати, тут возможно священное место. Я начну все-таки с гавани. Хорошо, гавань не надо на лесе строить. И куплю тут рабочего. Так, начнем с лошадей. Тут возвращаемся. Тут пройдем дальше. Ух ты. Слушайте, а тут можно город вполне поставить. Так, тут я жду вообще денег, чтобы можно было клетку выкупить. Блин, тут гопники сейчас будут зрение лишать. Вообще постою тут пока. Я хочу процент к религии вот здесь, в Хаяне, сделать это производство. Так, а этого пойдем. Слушай, а тут на камень вообще никак не попасть, что ли? Нет, попасть. Окей. Стою тут не в городе, чтобы янтарь защитить. Рынок. Есть священное место, но это достаточно на производство. Святилище, наверное, не буду ставить. Давайте сразу гавань. Ну, я, в принципе, себя неплохо чувствую. Мне нравится. Вышел там с союза, не? Можно еще, значит, парочку городов вот здесь, судя по всему, поставить. Выглядит. Ну, вот тут город точно ставится. Я думаю, что это конец карты. И на этом острове, скорее всего, ставится. Я, наверное, даже лучником сейчас поплыву на этот остров. Хочу сначала этот вот тут полностью исследовать. Блин, тут, экономически пока. Тут три благовония. Нормально. Вообще три заряда. Может мне сначала обработать
Бананы, чё я там стою просто так? Блин, а Шенгети хочет всадника, и второго посла я, в общем-то, сделаю, и вот тебе союзничество. Мне бы всадника где-то забабахать. Так, кажись, всеми походил. Теперь вопрос, покупать ли мне посела, либо укреплять религию. Пожалуй, посела. Тут надо будет купить, а потом в Куиньоне, когда я вот это исследую. Так, вышел дед в союзы. Все еще нет. Вообще, мне бы в теократию пойти. Покупки за веру дешевле. И тогда уже валету союзить. О, у меня тут все горит. Так, Данхой не растет. Митхо не растет. Здесь я могу бананы обработать, и он начнет расти, очевидно. А нет. Пока нет. Блин. Ну что, мне сюда плыть с поселенцем получать? Так-то быстрее было бы. Так, ну пошли кукурузу уберем. Вот тут для леса надо место как раз находить. Так, три разных спецрайона вроде как ускорено. Да, давайте откроем, потому что мы выйдем в наш уникальный юнит. Потом в военную инженерию. Так, а давайте обработаем этот янтарь. Что я здесь построил? Акведук. Промышленная зона есть. Египет, продолжение. Давайте, наверное, еще строителя, чтобы здесь поставить лес, потом мастерская. И потом у нас будет кампус здесь. Я надеюсь, да, когда-нибудь купится эта клетка наконец. Четыре хода. У меня с Англией только что закончилось, друг. Ты не заметил, что у него военка попросилась, понимаю. Что там, французы извините, пилят? У тебя союз скоро? Ну, меня еще раз пилят просто и все. Ну, у тебя скоро союз? Ну, потому что ты вармонгер. Вармонгер против Византии с крестовым походом, да? И что я тебе сделаю? Захватишь что, чего? Только у Англии, если снесешь катком, нет? Если я не нападу. Понимаешь, как крестовый поход работает? Я не понимаю. Так, центр коммерции. Ну, англичанин просто, типа, нож в спину. Давайте сначала камень. Чуть мне казалось, у Англии вся военка это вода в основном, не? Нет, а что для меня? Наверное, тут высажусь и так пройду. Египет, пожалуйста, не трогай, но просила. Я его уже забирать не могу.
Ну, наверное, поплыли сюда лучником. Но выглядит так, что тут город ставится. Тут точно ставится. Конечно, тут маловато земли, но тем не менее. Так, торговца я, пожалуй, построю. Покупать я буду поселенца. Я на поселенца коплю. 220. Следующим ходом можно будет. Египет Таскара с Союзом. Кстати, когда там Союзы? Фёп вообще не парится, по чилу играет, вообще в развитии 50 силы. Дед, у тебя два поселенца и все? Ой, поселенца, два скаута и все, да? Португал, а что так мало караванов? Давай больше. Ещё по скауту. Вообще нет скаута. Третий скаут чинится, да, поэтому так мало. Какие скауты? У меня нет скаута. Ясно. Блин, у меня тут 6 веры, 7 веры. Кайф. Ну, наверное, веры в ход сейчас больше всего именно у Эфиопа идет. Давайте глянем. 71 шотландец, 60 у меня, 102, да. 102. Блин, как-то много варварских галер здесь. Антидона здесь есть? Так, мне вообще всадника надо для Шенгетти было построить. Наемники открылись. Нет, я не брал Дидона. Понял, это я лобби видел. Дед, скоро союзы-то? Да скоро. Чуть-чуть подожди. Так. Ну, пора уже выкупить эту клетку все-таки. Два хода я не могу ждать. Два хода. Сажаем лес. Что в столице? Ну, тут будет кампус, а для Хаяна кампус у нас здесь будет. Скажите, пожалуйста, а лесопилки на джунглях, это какая короче? Меркантилизм. 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 Спасибо. Это не карточка, это... Ну да-да-да, я понял. Цивик. Блин, а где чеченица? Может, я все-таки... Вот она. Так, ну мне надо ее открывать и строить. Я, правда, не уверен, в каком городе. Черт! А почему так? Ну, надо тут встать, чтобы не убили этих ребят. Так, ясно. Ну, тут тяжело будет. Тут-то я поставлю, а вот как мне сюда поселенцам приплыть, я без понятия. Видите, тут еще проблема в том, что с этой стороны, смотрите, как скалы. То есть я не могу высадиться здесь вообще. То есть мне надо как-то отсюда вести посело. Но я его куплю. Пускай будет уже на будущее. Ну, вообще тяжело. Слушайте, давайте я всадника тут лучше в Тхалонге.
А, все, уже нету всадников, блин. Да. Ну тогда просто союзу таким макаром. Да, что-то я вышел в летучие отряды и... Пять, восемь, видите? 13 веры просто с двух караванов. О, через монархию прям можно в теократию зашибись. Португалия, посмотри. Разграбили мне янтарь. Ну, не, я с Вьетнамом янтарем обменивался. Ну, да, еще 22 хода, в общем. Давайте, наверное, тут куплю еще рабочего. Обработать... Этот виноград. Ну, я по пути, наверное, тут посажу лес для кампуса. И пойду обрабатывать виноградик. Чтобы виноградную шипучку делать. Так, ну я могу уникальный юнит апнуть и уникальный район сделать. Но пока у меня, конечно, очков маловато. Блин, может меня против варваров поставить? То что-то как-то больно. А тут, наверное, новых строителей можно. Плюс два действия. Да-да, собираемся. Я не пойду пока. Че, англичанин, ты передумал? Поселенцам. Хаотическое отступление. Ты стены неожиданно для меня купил. Это французская толка. Так. Не, давайте... Не, все-таки теократию сначала, потом гильдии чеченицу. Амбар, чтобы быстрее... Мне на 10 жителей надо, чтобы кампус ставить. Так, здесь кампус начинаем строить. А, блин, видите, не... так, давайте-ка сделаем военный и... галеру. Он потом тебя съест. Интересно, предлагаем. Ух ты, уже минус по религии в Сайгоне. Сильнее влияет. А он что, какую-то... Да нет, а почему его религия тут сильнее влияет? У меня как бы тоже до хера городов вокруг Сайгона. Странно. Блин, варвары все грабят просто там. Просто охренеть.
Железо давайте обработаем. Ну, я думал, что, например, здесь акведук поставить, а тут промышленную зону. Наверное, стоило тут коммерческий район ставить, а тут промышленную зону. Возможно. У нас еще промышленная зона вот тут может быть хорошая. Что вино дает? Наверное, культуру. Но это в столице надо, скорее всего, будет делать. Так, где мне тут поставить город лучше? Наверное, вот прям где стоит лучше, хотя это лес уберет один, а тут затапливать будет. Но раз у нас есть Валетта, то я, наверное, смогу купить за веру. Эвил, подвинь там еще лодку с разграбленной клетки. Эфиоп, предложение. Следующий ход. Франция, предложение. А, это, кстати, Окленд был... прикол, Окленд был... этот варварский клан, помните, вот этот был серый кто-то там, серая крыса. Ух ты, Наска еще есть. Селитра, ну, Селитра прям что ли столица стоит. Египтянин, предложение. Не пойму, где у меня Селитра, вот тут что ли. О, отлично, я кампус поставил. Зашибись, успел. Слава богу. Шотландец, ты не знаешь, откуда те варвары могли прийти? Этот клан не видишь? Нет, вроде ничего. Не понял, у меня тут галера не построилась, что ли? Да ладно. Так. Доступные пути. Из Халы в Харер. Больше всего денег у нас. Блин. А, ты че на последней цеху? Я понял, где. Что-то медленно ходил я в этот ход. Блин, а что так долго? Как бы мне тут... Давайте мы, наверное, этот бананы отдадим столице. Так. Виноград отдадим столице.
Все равно 6 ходов. Так как так-то... Португал, о, а 4. Вот ты от лица. Да, 20% культуры. Ну ладно. Ну ничего, ты влево от лица будешь настроиться. Или купить. Куплю. Тогда тут строим строителя. И еще я, наверное, куплю апост... Не, подождите, наверное, теократию сначала надо принять для апостола, чтобы подешевле стоило. А, не, построилась. Так, где там наш поселенец? Надо увидеть все города Эфиопии, чтобы, ну, выгоднее всего караваны отправлять. Так, ну что, строить ли мне здесь кампус? Вот в чем вопрос. А вообще тут плюс 2 кампус. Мне здесь в любом случае нужен лес. Слушайте, а давайте, наверное, поставлю кампус действительно сюда на плюс 2. Тут у меня будет, наверное, промышленная зона. Так, в Лян вообще вот тут можно Геликарнас, да, задумать. Теократия против варваров. Против иноверцев, ну нет. Содержание юнитов, наверное. Хотя 22 уже идет. Довольство в городах. Вот, это поставлю. Строительство оборонительных зданий не хочу. Бонусы соседства для кампуса. Ну, можно вообще, давайте, да. Или республиканское наследие, давайте пока. Рабочего там могут захватить, но я считаю, эти выманиваю на живца скорее. Англичанин предложение будешь принимать? Такое ощущение, что англичанин нет. Не, мира не будет. Ну, Англия, Франция, это исторично. Столетняя война. Франция, по-моему, тут у Франции на шапке лучше, не? На одном континенте. Mm-hmm.
убита. Франция. Один ход, ёп. Потерплю, пока не поплыву. А вот теперь, возможно, имеет смысл валету союзить и покупать в центрах городов все. Поэтому я здесь, наверное, начну с гавани. Так, библиотека. Ну что, стоит мне тань строить? 14 ходов. Блин, ну, наверное. Наверное, вот сюда поставлю. Уже он, они не убирают лес. То есть, если я сюда ставлю тань, то... Слушайте, а там что-то еще вообще за соседство... За каждый соседний район, между прочим. Культура. Так, и плюс к этому надо бы кого-то апнуть в боевых слонов. Поднасрал так поднасрал. Так, один ход, тут мы отложим, значит, производство. Хотя на самом деле, если бы не война, я бы быстрее послал комитет. Я уже какой раз попадаюсь с соседом с крестовым походом. Это вызывает одни проблемы. Да я его взял чисто ГГшки, как и слабо. Ну слушай, это же естественно, что на человека с крестовым походом сразу все косо смотрят. Ты надеялся, что такие будут сидеть ждать? Ну, подождем, когда он сам решит напасть, да? Не пойму, а что проблема? Так, ставим кампус. Ну что, время лян улучшать? Как вы думаете? Так, гильдии построены. Слушайте, а где мне тропических лесов больше всего? В каком городе мне имеет смысл чеченец стоить? Такое ощущение, что все-таки в столице. В столице. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да? В Сайгоне тоже прилично. Вот эти клетки еще можно будет... Не, вообще, вот в этих центральных городах везде... Ну, давайте, ладно, давайте глянем просто, где у меня больше производства, там мы будем строить. В Хайяне больше производства. Столица бы еще. Да, наверное, в Хайяне прям даже вот прям сейчас я начну, похоже. Давайте вот сюда. Нету ли там инженера на чудеса? Нету. Ух ты, тут у нас селитрочка имеется. Неужели захватят рабочего еще? Так, подождем. На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. И напоминаю про клипы. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!